Это так положено. Фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. Смотрите, пожалуйста, в камеру. Представьтесь, пожалуйста. Вы будете представляться или нет? Как вас зовут? Фамилия, имя, отчество. Год рождения. Где проживаете? То есть вы отказываетесь отвечать на эти вопросы. По какой причине? А, Мирабль Юрьевич? По какой причине не отказываетесь? Можете объяснить? Где проживаете в Москве? Вы, когда находились в кафе «Эльдорадо», у вас паспорт на чье имя был? Фамилия, имя, отчество. Можете сказать? У вас же был паспорт при себе? Так, ясно. Все ясно. Спасибо. Мы не в отделении.